В мире животных, как и в мире людей, есть особи с уникальными и неординарными способностями и возможностями, которые выделяют их из массы себе подобных. Знакомьтесь, вот некоторые из них. Жук Геркулес считается самым сильным живым существом на планете. Он способен поднять вес в 850 раз больше своей массы, что эквивалентно 70 тоннам для обычного человека. Назвали жука в честь античного героя-силача. Максимальная зафиксированная длина тела жука Геркулеса составляет 171 мм. Хотя жуки Геркулесы и обладают огромной силой, они имеют вполне мирный характер. При контакте с человеком ведут себя невозмутимо. Дроздовая мухоловка – это самая ядовитая птица в мире. Яд накапливается в теле мухоловки на коже и перьях. Сама по себе птичка не ядовита. Ядовитой она становится благодаря жукам, которых мухоловка поедает в больших количествах. Количеством токсина, содержащегося у одной дроздовой мухоловки, можно отравить насмерть 800 мышей. Для человека яд не смертелен, вызывает умеренное отравление и сильные ожоги, а более мелкие млекопитающие размером с кролика или собаку умирают практически мгновенно. Комодский варан – самый большой по размеру вид ящериц, существующих ныне. Взрослые особи весят до 70 кг и достигают длину 3 метров. В естественной среде обитания у взрослых варанов нет врагов. В рацион питания этих ящериц входит рыба, крабы, черепахи, иногда олени, лошади и даже буйволы. Не брезгуют они и падалью. В особенно голодные годы вараны становятся каннибалами, поедая более мелких сородичей и молодняк. Эта рептилия не представляет опасности для человека. Голый землекоп – единственный представитель млекопитающих, у которого температура тела определяется температурой окружающей среды, подобно рыбам, пресмыкающимся и беспозвоночным. По своей природе эти млекопитающие абсолютно безопасны для человека и других животных. Голые землекопы живут колониями до 100 особей, подобно муравьям. Эти удивительные животные совсем не чувствуют боли. Иммунитет голых землекопов полностью подавляет возможность развития раковых клеток. За всю жизнь землекоп не выпивает ни одной капли воды. Морской черт. Эта неординарная рыба обладает самой быстрой реакцией. Морской черт – крупная, до 2 метров в длину и весом около 20 кг, малоподвижная рыба с большой уплощенной головой, огромным ртом и большим желудком, относится к классу удильщиков. На голове за глазами есть нарост со светящимся фонариком на конце, который служит приманкой при охоте. Как только жертва оказывается вблизи фонарика, в мгновение ока она оказывается в желудке у хищника. Бросок морского черта занимает всего 1/6000 долю секунды. Яд панамской золотой лягушки из всех подобных видов самый опасный и токсичный. Его достаточно для убийства нескольких здоровых взрослых мужчин. Действует яд в основном на сердечно-сосудистую и нервную системы человека и животных. Но самым удивительным является то, что золотые лягушки общаются при помощи знака языков, используя для этого передние конечности. Они машут лапами или поднимают одну лапу вверх, чтобы защитить свою территорию или привлечь другую особь. Считается, что эта маленькая лягушка приносит удачу даже тому, кто ее просто увидел. Амфитретус пелагический – единственный в мире осьминог с телескопическими глазами. Полупрозрачное бесцветное туловище амфитретуса оснащено 8 щупальцами и заключено в желеобразную оболочку, а верхнюю часть головы украшает пара телескопических глаз. У любителей дайвинга есть все шансы встретиться с этими уникальными осьминогами. Правда, для начала нужно разглядеть почти прозрачное существо длиной всего 9 см толще воды. Быки Анколева тусси с длинными рогами круглой формы выглядят очень эффектно. Изображение предков ватуси туров можно увидеть на стенах пирамид. Основным украшением этих животных являются рога большой длины. Длина рога может доходить до 1,8 метра. Рога ватуси пронизаны системой кровеносных сосудов и используются для терморегуляции при жаре. Это качество незаменимо в местах обитания анколи, где температура может достигать 50 градусов по Цельсию. Зарегистрированным рекордсменом среди данной породы является бык ларч,
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Диаметр его рога составлял 95,25 сантиметра. При этом каждый весил около 50 килограмм. Медуза Turritopsis nutricula – единственное в природе существо, которое может обращать вспять процесс старения. Нутрикула, в отличие от других медуз, после спаривания полностью перестраивает свои клетки и возвращается к ювенильной стадии, то есть превращается в молодую половую особь и способна повторять этот цикл бесконечно. Ученые активно занимаются исследованием бессмертной медузы, чтобы раскрыть секрет вечной жизни. Нутрикула умирает только если ее убить или ее съедает другое животное, что и происходит в природе. Парусник или орнитоптера королевы Александры – самая большая дневная бабочка на Земле. Самки крупные, при длине тела в 8 см, размах их закругленных крыльев достигает 28 см. Самцы меньше самок, размах их крыльев достигает 17-20 см. В настоящее время вид обитает в строго ограниченном ареале на юго-востоке Папуа-Новой Гвинеи. Цикл развития бабочки длится 4 месяца. Взрослая особь живет не более 3 месяцев. Эту бабочку называют жемчужиной тропических лесов. На данный момент охота на огромных бабочек строго запрещена. Конечно, это далеко не все уникальные существа на нашей огромной планете. В дальнейшем мы продолжим знакомить вас с обитателями флоры и фауны, обладающими недюжинными способностями и уникальнейшими возможностями. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.